В Молдавии начались учения под названием «Огненный щит» с участием румынских и американских военных, сообщила в четверг пресс-секретарь командующего национальной армии Алла Диакону. По случаю 24-й годовщины образования национальной армии, которая отмечается сегодня, в четверг, РЕД, у нас начинаются международные учения под названием «Огненный щит». В них примут участие около 600 молдавских военнослужащих, 150, из США и 26, из Румынии, сообщила РИА Новости Диакону. Она отметила, что учения пройдут с 3 сентября по 3 октября на военном полигоне Бульбаака, в 30 километрах от Кишинева. В них будут участвовать артиллерийские подразделения Национальной армии Молдавии и отрядов из США и Румынии. В эти дни более 100 молдавских военнослужащих также участвуют в учениях «Сибриезе-2015» на Украине под эгидой НАТО. Согласно Конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В стране действует информационный центр Альянса. Молдавия участвовала в постконфликтной операции по восстановлению Ирака с 2003 по 2008 годы, направив туда несколько контингентов, в основном, саперов. Самым многочисленным был первый контингент, который находился в Ираке с сентября 2003 по март 2004 года, 42 военнослужащих. Кроме того, солдаты Национальной армии Молдавии участвовали в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН в разных странах. С 2003 года более 90 молдавских военных приняли участие в миссиях ООН в Кот-д'Ивуаре, Либерии, Судане, Южном Судане и Грузии.